Именно римскую синагогу впервые посетил Папа Римский. Это случилось в 1986 году. Иоанн Павел II вступил в храм в сопровождении главного римского раввина Элио Тоафа. После долгого молчания присутствующие разразились аплодисментами. Понтифик произнес покаянную речь, которую начал словами: «Вы – наши возлюбленные братья и, как можно было бы сказать, старшие братья». В юности Иоанн Павел II учился в Кракове и всегда проявлял живой интерес к еврейской культуре. Он много сделал для установления нормальных отношений между католиками и иудеями. В 2010 году, к примеру предшественника, последовал и Бенедикт XVI.